Как уже сообщалось, по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 14-15 июля в нашей стране с государственным визитом побывал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Данный визит по широкому охвату своей повестки и важности достигнутых договоренностей стал знаковым событием, открывшим новую страницу в двусторонних отношениях. Накануне главы двух государств провели плодотворные переговоры в резиденции Коксарай, в ходе которых обозначили приоритеты и перспективные направления развития многопланового сотрудничества. А сегодня посетили достопримечательности Самарканда. Видеообзор программы. Узбекистан обозначил четкие векторы прагматичной и конструктивной внешней политики. В числе приоритетов – расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами-соседями. За последние годы в этом направлении произошла, отмечают эксперты, полная перезагрузка. Так активно углубляются отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Туркменистаном. Нынешнее событие – государственный визит по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в нашу страну в политико-экономической повестке характеризуют аналитики как новую страницу в истории двухсторонних взаимоотношений. Именно на истории, уникальном наследии строит сегодня наша страна новое здание современности. Нетленные ценности и устремленность в будущее воплотил в свои масштабные идеи парк «Янги Узбекистон». Посещение этого величественного ансамбля стало традиционным пунктом пребывания высоких гостей в Узбекистане. Побывал здесь накануне и президент Туркменистана. Возложил цветы к монументу независимости. Ознакомили высокого гостя с концепцией архитектурных решений и особенностями скульптурной композиции комплекса. Но главные события визита состоялись накануне в резиденции Коксарай, где каждая деталь церемониала подчеркивала значимость события. Затем последовали переговоры, сначала в узком, потом расширенном форматах. Сердечно приветствуя высокого гостя, президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что нынешняя встреча откроет новую главу в истории узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства. Глава нашего государства вновь поздравил президента Туркменистана с убедительной победой на президентских выборах в марте этого года. «Мудрый туркменский народ», прозвучало, «доверил вам свое будущее, полностью поддержав продолжение курса масштабных реформ в стране. Нет никаких сомнений, что ваши знания и опыт, энергия и лидерские качества позволят реализовать все намеченные планы». Президент Узбекистана отметил также неоценимый вклад председателя Халк Маслахаты Мелигенгеши Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в достижении высочайшего уровня узбекско-туркменских отношений и укрепление добрососедства в регионе Центральной Азии. Глава нашего государства с удовлетворением отметил положительную динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества, достигнутую совместными усилиями в последние годы. Президент Туркменистана, выразив благодарность за гостеприимство и радушный прием, передал теплые слова приветствия председателя Халк Маслахаты Мелигенгеши Туркменистана. Вы вместе с Гурбангулы Мелигулиевичем последовательно выстраивали и укрепляли фундамент двусторонних отношений, создавали прочную политическую и правовую базу сотрудничества. Нынешний государственный визит призван дать новый импульс стратегическому партнерству. И я уверен, мы сможем достичь поставленных целей, отметил в этот день Сердар Бердымухамедов. В ходе встречи главы государств обсудили перспективы узбекско-туркменского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Детально, по каждому направлению, сверили часы президента на переговорах с участием членов правительственных делегаций двух стран.
Отмечено, что имеются все возможности для сохранения положительной динамики и двукратного увеличения объемов торговли в ближайшие годы. Большое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта. В прошлом году грузоперевозки, прозвучало в этот день, выросли на 17%. Данная тенденция сохраняется и в нынешнем. Стороны выразили заинтересованность в формировании благоприятных условий для эффективного использования уникального транзитного потенциала стран региона, в том числе путем взаимного предоставления льгот и скидок на транспортировку грузов. Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана. Туркменская сторона выразила заинтересованность в диверсификации и увеличении товарооборота, развитии промышленной кооперации. Главы государств поручили правительствам двух стран обеспечить безусловное выполнение достигнутых договоренностей и ежемесячно докладывать о ходе их реализации. А наглядный итог конструктивных, нацеленных на конкретный результат переговоров, подписанный накануне солидный пакет документов. Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов скрепили подписями совместное заявление, в котором закреплены основные договоренности и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего обрели юридическую силу 19 документов. На встрече с представителями средств массовой информации президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поделились своими оценками итогов состоявшихся переговоров. Туркменистан является нашим самым близким другом, надежным соседом и стратегическим партнером. Сегодня мы провели содержательные, открытые и обстоятельные переговоры с Сердаром Гурбангулиевичем, которые, безусловно, выведут наше сотрудничество на новый, еще более высокий уровень. Приоритетным направлением нашего взаимодействия традиционно является дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества. За последние годы товарооборот между нашими странами вырос 5 раз. Имеются все возможности довести объем нашей торговли до конца этого года до 1 миллиарда долларов, а в среднесрочной перспективе его можно и удвоить, потому что для этого есть все основания. Мы договорились ускорить создание зоны приграничной торговли современной инфраструктурой. В этих целях приняли дорожную карту с конкретными мерами. Кроме того, открываем торговые дома в наших столицах. На основе принятой среднесрочной программы будем развивать кооперацию в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и особенно в сельском хозяйстве. С удовольствием хочу отметить выход на уровень стратегического партнерства наших предприятий химической отрасли. Мы отметили важность учреждения совместного проектного офиса для наполнения нашего портфеля конкретными проектами. В ходе переговоров большое внимание уделили взаимодействию в водно-энергетической сфере. Особо хочу подчеркнуть, что все вопросы по воде мы решаем в духе добрососедства, взаимопонимания и учета интересов друг друга на долгосрочной основе. Мы успешно запустили работу межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Только что вы были свидетелем подписания исторического соглашения об использовании водных ресурсов Амударьи. Это знаковый документ, несомненно, будет способствовать обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе. Прорывным направлением призван стать межрегиональный диалог. Мы также выступаем за укрепление взаимодействия между Али Маджлисом и Милли Кенгешем, в том числе в рамках международных организаций. В центре нашего внимания традиционно находится развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Договорились активно развивать научные и академические обмены, осуществлять программы в области инноваций. Решили продолжить хорошую традицию проводить на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвигать совместные проекты в области туризма. Подписанные сегодня документы, безусловно, дадут новый импульс нашему взаимодействию в этих сферах. Я уверен, что сегодняшний визит станет историческим, потому что вы видите, сколько подписано соглашений, документов, меморандумов. Это даст свои результаты, мы в этом убеждены. Многоплановые туркмено-узбекские отношения сегодня развиваются динамично и поступательно на принципах равноправия и взаимной выгоды. Республика Узбекистан – это наш важный политический партнер,
Взаимодействие Туркменистана и Узбекистана является сегодня стратегическим фактором устойчивости и позитивного развития региональных процессов. Пользуясь случаем, я хочу от всей души поздравить вас, уважаемый Шавкат Мирамонович, и в вашем лице Узбекистан с единогласным принятием Генеральной Ассамблеи ООН 11 июля резолюции укрепления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Это большой внешнеполитический успех, который демонстрирует высокую эффективность международной деятельности Узбекистана, ваших личных инициатив и предложений. Подробно обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации. Среди приоритетных направлений были выделены энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, химическая и текстильная промышленность и ряд других направлений. Туркменская делегация высоко оценивает результаты сегодняшней встречи. По ее итогам был подписан солидный пакет двусторонних документов. Особо хочу подчеркнуть огромную личную заслугу уважаемого Шавката Мирамоновича в укреплении межгосударственных связей и его постоянное внимание к вопросам сотрудничества с Туркменистаном. Ну а в завершении первого дня мероприятия в рамках своего государственного визита президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции Кюксару. Сегодня во второй день государственного визита президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил жемчужину Востока на Великом Шелковом пути – исторический город Самарканд. Ему подарена новая жизнь. В народном аэропорту высокого гостя встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. О том, что эта локация – уникальная историческая кладезь знаний, мудрости, артефактов, знают и в Туркменистане. Потому прибыли сюда с особым волнением. Город расскажет о том, как бережно хранится в стране память и воздаются почести первому президенту Узбекистана Исламу Абдуганиевичу Каримову. Своей многогранной государственной, политической, общественной деятельностью, внесшему особый вклад в становление независимости нашей республики. Наглядный пример масштабной работы по увековечению его памяти – мемориальный комплекс Хазрат-Хазыр, преобразившийся до неузнаваемости. Его посетил сегодня вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым высокий гость. Возложил цветы к могиле первого президента. Были прочитаны аяты из Корана и Дуа. Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову было подробно рассказано о благоустроительной и созидательной работе, проведенной здесь, смысловом и духовном наполнении данного комплекса.
Самарканд. Этот славный город называют культурным и, конечно же, научным центром. Местные правители и ученые совершали здесь удивительные открытия. Один из главных адресов, который совмещает в себе и редкую по красоте архитектуру и отражает богатое историческое и научное наследие, несомненно, является обсерватория Улугбека, возведенная в 15 веке. Его посетили президенты Узбекистана и Туркменистана. Сердару Бердымухамедову рассказали об истории создания данного комплекса, трудах великого ученого и его вкладе в развитие мировой науки. Улугбек проявил себя как талантливый исследователь в астрономии и математических науках. С небывалой точностью вычислил длину звездного года. Он же определил наклон оси Земли. Итогом его научных работ являются так называемые новые астрономические таблицы, которые получили широкую известность в Европе, Индии и Китае. В своем стремлении просветить народ ученый был очень силен. С этой целью он строил медресе – высшее учебное заведение. Научные труды Мирзо Улугбека были созданы благодаря этой уникальной обсерватории. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания. Он на тот момент был самым большим в мире, а значит, самым точным. Нужно сказать, что и сам Улугбек довольно часто наведывался в эту обсерваторию. Практически все свое свободное время он проводил в этих стенах. Он покровительствовал ученым и сам старался принимать участие в различных исследованиях и экспериментах. Научные подвиги астронома и мыслителя, проводимые в Узбекистане работы по сохранению и глубокому изучению трудов великих ученых, произвели на гостей из Туркменистана положительное впечатление. Большой интерес вызвали и фотографии с раскопок, фрески, которые доносят до нас моменты жизни Улугбека. Также представлены здесь некоторые инструменты обсерватории и отрывки из знаменитых астрономических таблиц. Звучало: «Узбекская земля подарила миру немало великих мыслителей и ученых, труды и исследования которых являются примером для поколений всех времен». Многие великие исторические памятники Самарканда связаны с именем выдающегося правителя и воина Тамерлана. И одна из главных достопримечательностей древнего города – это мавзолей Амира Тимура, который посетили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для таких чудес света, как мавзолей Тадж-Махал и Хумаюн. Для композиции мавзолея характерна основательность и изумительная выразительность, которая подчеркивается грандиозными размерами и живописностью пространственных форм. Высокому гостю рассказали о жизни, военном мастерстве и огромной державе Сахибкирана. Как известно, Амир Тимур внес вклад в развитие науки, культуры, торговли и ремесленничества в своем государстве. При его правлении было построено множество выдающихся сооружений. В странах современной Центральной Азии бережно хранят его наследие. Далее были прочитаны суры из Корана в память об ушедших. Неповторимость и уникальность данного комплекса, история его возведения, проведенные здесь реставрационные и благоустроительные работы, произвели глубокое впечатление на гостей. Народы Узбекистана и Туркменистана связывают единая культура, религия, общие ценности и, конечно же, история, уходящая корнями в глубину веков. И где, как ни в самом сердце Самарканда, в величественном Регистане, ощущаешь это особо. Монументальная архитектура, знаменитая самаркандская изумрудно-голубая мозаика. От стен словно эхом столетий отражается величие прошлого, а созданные вокруг условия для гостей и туристов раскрывают комфорт современности. Данная локация стала следующей на маршруте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первое, что впечатляет гостей из соседней страны – три величественных медресе, окружающих Великую площадь с трех сторон. Как отмечалось, все три строения имеют свой уникальный декор, различающийся между собою. Благодаря таким зданиям, сохранившимся на территории города, Самарканд и его археологические памятники были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд – перекресток культур». Высокому гостю рассказали об истории сооружения ансамбля – медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тель-Лакора, которые были построены в разное время, и каждая из них примечательна по-своему. Неизгладимое впечатление на лидера Туркменистана произвело, в частности, центральное сооружение, построенное с 1646 по 1660 годы. Квадратное по форме здание медресе Тель-Лакора заполняет собой все пространство между двумя остальными. Фасад, обращенный к площади, имеет симметричную форму и состоит из высокого портала.
и арочных ниш в два этажа, идущих от входа и заканчивающихся невысокими угловыми башнями. Все здание мадреса обильно покрыто различными растительными орнаментами и линейными узорами. Особенно богато украшено помещение мечети. Название Таллакора данная постройка получила благодаря декору. Для улучшения мадреса художники использовали живопись кундаль, в которой преобладает позолота. Это сооружение имеет более богатое оформление стен, поражая обилием золотых красок. Представлены здесь и изделия ремесленничества, работы гончаров, а также мастеров различных видов искусства. Именно в этом комплексе можно увидеть, насколько богата культура Узбекистана. В этом были единодушны и гости из Туркменистана, которым подробно рассказали о тонкостях представленных работ, о том, какие меры принимаются в стране в области сохранения богатого культурного наследия, продвижения ее многовековой истории. В свою очередь, руководитель Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил исторический и культурный потенциал этой местности, подчеркнув важность проводимых в Узбекистане работ по сохранению первозданного вида подобных уникальных сооружений, развитию национального ремесленничества, туризма и продвижению имиджа страны. Со стороны президента Шавката Мирзиёева также отмечена важность культурно-гуманитарных связей в укреплении сотрудничества между двумя государствами. Повторимые узоры, рукописи, уникальные историко-архитектурные памятники, мастерство ремесленников, традиции, обычаи – все это воплощено здесь, в этом древнейшем историческом Регистане, который стал одним из важнейших адресов посещения президентов Узбекистана и Туркменистана. Ведь именно здесь мы осознаем, насколько переплетаются наши истории и культуры. И это важнейшая основа укрепления двусторонних взаимоотношений. Важно то, что этой задаче сегодня придается приоритетное значение. Этому свидетельствует и достигнутое ранее решение лидеров двух государств в области проведения на взаимной основе Дней культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвижение совместных проектов в области туризма. На этом государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан завершился. В международном аэропорту Самарканда высокого гостя проводил президент Шавкат Мирзиёев.